Анна вместе с сыном экстренно приехала из Магнитогорска. Арсению уже не в первый раз понадобилась помощь специалистов. В его организме живет бактерия, которая разрушает кости. Сначала болела одна ножка, теперь другая, а оперируют лазером только в этой больнице. Очень хороший персонал. Я знаю тут абсолютно всех, да, как бы довольно-таки так, ну, лежали, ну, достаточно времени. Вот, и как бы ребенок нормально реагирует, он даже на руки идет, он такой, потому что, ну, к чужим не идет, а тут как бы нормально. Воспаление мягких тканей, поражение суставов, нагноение в легких. Сюда привозят детей, которым необходимо хирургическое вмешательство. Технологии позволяют принимать даже младенцев с ожогами, а проводить операции с помощью щадящих методов. Через проколы, например, удаляют аппендицит или небольшие кисты. На данный момент отделение гнойной хирургии укомплектовано как любое ведущее отделение гнойной хирургии в нашей стране. То есть мы по комплектации оборудованием не отличаемся от ведущих клиник Москвы, Санкт-Петербурга. Эта больница действительно уникальна, ведь почти 30 лет назад здесь удачно разделили сиамских близнецов. И это одно из сотни достижений детского госпиталя за прошедшие 80 лет. Поздравления медперсонал принимает в стенах оперного театра. Вы возвращаете наших детей нормальной, здоровой жизни. В сути, а значит, возвращаете в эти семьи радость, надежду, по сути, смысл жизни. Песни, игра на мини-органе и танцы – все это сегодня только в их честь. В этот миг можно расслабиться и не думать о работе, ведь юбилей больницы – праздник каждого сотрудника. Галина Федорченко, Владислав Шишмаренко, СТС, Челябинск.